Привет! Привет, друзья! 29 января 2016 года. Кончается первый месяц. Собственно, года. Сейчас, секундочку. Вроде, вроде все нормально. <coughs> да, так вот, кончается первый месяц. М Спасибо Франсуа за прекрасную мелодию к фильму «Откройте полиция», которая звучала в нашем эфире. Мы начинаем недолгий стрим. Вообще, мы должны были в Division поиграть и на канале у Дэна. Вот. Но я так подрубил, чтобы какое-то зеркало было. Ну и себе, чтобы потом залить все-таки Division, хайп, хайп. Я, правда, уйду в 6 часов давать Берваре интервью. Вот. Проблема в том, что Division должен был быть доступен еще 20 минут назад. Но пока этого не произошло. Вот, так что, не знаю, сидим, что еще делать-то. <э если не выйдет, то, наверное, я поиграю в Division после стрима Ксюхи, который как раз в 6 начнет. Когда закончите, я, наверное, тогда ночью подойду уже. Ну, а вы в 6 подходите на Берварио. Тоже послушать, что они там поспрашивают. Может, про пивко какое-нибудь. Я в группу закину. Вконтакте. По поводу с вчерашнего стрима хотел пару слов сказать. Сразу после того, как я прошел Том Брайдер, я смотрел, как Сода Поппинова проходит. Но он чуть побыстрее прошел за 8 часов. 50 минут где-то я за 9.30 за 9.20, но он не искал, не искал гробницу 30 минут и не решал головоломку с водой 40. Ну, в общем, в тех же самых местах тупил чувак и тоже сказал, что игра максимум на 6 из 10. Так что я не, я не чувствую, что я не прав в своей оценке. Любой здравомыслящий человек, не купленный деньгами буржуев, больше не поставит. И я хотел бы извиниться перед фанатами Лары Крофт, что я постоянно говорил о том, что фирменное оружие Лары Крофт это берет. И, конечно же, она использовала в классических играх серии Кольты. У Лары Крофт двойные кольты, а не двойные береты. Прошу прощения. <coughs> Бервария в субботу? Да. Серьезно? Сейчас. сейчас, сейчас, сейчас. А что я подорвался вдруг? А где это вообще увидеть-то? Я, я даже не знаю, где их группа дурацкая. А сегодня... А, сегодня пятница. Ё-моё. Бирва. Как к ним вообще в группу попасть? Где этот анонс? Блин. Вот не то Есть у кого-нибудь... Да, вот, нашли ссылку. Так, это получается... О, реально, в субботу. А, блин, надо ему написать тогда. Раз в субботу, то забей. Можно и все пять. <с> <с> ну, бывает. Чего ожидаешь от игры? Супер параш, конечно. Но когда Дэн придет, я буду он так уже переживает, что у него игра недоступна, он же любит все по расписанию. Я буду делать вид, что мне жутко нравится, чтобы не наводить тоску на зрителей, и каналы его. Ну, то есть, как бы не, не то, чтобы меня просили, но я прекрасно понимаю, как работает шоу-бизнес, поэтому я не буду тоску наводить и говорить, что это говно полное. Но, блин, обидно то, что она до сих пор недоступна. У меня всего 2 часа. В любом случае, мне для Ксюхи комп освобождать придется. Вот. Да. За Ларой время летит незаметно. Ну, в конце совсем какая-то духота была. Ее реально в 2 дня надо проходить, потому что последний уровень очень длинный. Он длится почти 2 часа как по мне, так если прикинуть. Ну, если быстро проходить, то, наверное, не так долго, но с этими трибушетами, по-моему, у всех стримеров, которых я вчера глянул по-быстрому, кто вчера тоже Лару проходил, у всех бомбило от этих трибушетов. Тот же Сода Поппин почти такую же фразу, как я сказал, типа, ну давайте еще один трибушет, которым, типа, надо разрушить трибушет. Ну, такое, такое. Ну, 9.3 от IGN, я реально не понимаю. Игра Красивая, да, она как графически очень хорошо усовершенствована. То есть, вот так вот я посмотрел, даже на вот со стороны, прям очень здорово смотрится. Порой от фотографии не отличишь, но сам геймплей. Э, он, они попытались новые фишки добавить к первой части. Там всякие новые типы девайсов, способов преодоления э, там, разных обрывов, препятствий, но по сути интереснее эту игру не сделала нифига, эта система, она и так нормально работала, зато карта очень однообразная, локации довольно однообразные, не знаю, как-то в первой части все быстро пролетело, не давали заскучать, то есть там часик какой-нибудь нудятины, потом бах-бах, все падает, взрывается, прыгаешь, а здесь порой совсем скучно, не знаю. Они еще плюс такой уклон сделали на сюжет, то есть много кинца, много записок, но при этом сюжет, ну, просто бред, ну, ну, реально бред. Не понимаю, почему у нее такая высокая оценка на IGN, почему отзывы пользователей в Steam отрицательные только на тему того, что предзаказ был дороже, чем <laughs> игра во время релиза, во время выхода. Ну, я, например, вижу минусы в ней. Не понимаю, почему все так радуются. Впрочем, это все равно Лара Крофт, и, может быть, я просто не фанат серии, во-первых. Во-вторых... Ну, не знаю. Во-вторых, ну, это все-таки Лара Крофт, и я думаю, что фанатам от Лары Крофт придется по душе, так или иначе. Феминистки пролоббировали высокие оценки. Ну, не неси бред. Я пятерочку поставил. Ну, наверное, шестерочку можно было поставить. Значит, я бомбанул в конце, если честно. Так что. Пусть будет пятерка. Надоело уж под конец как-то. Совсем немыслимо так я приуныл. Зашел на Riot Pixels. Посмотреть. Но тут, видимо, еще нет... Price of the Tomb Raider. Это единственные оценки, которым я доверяю, если они на, не на Electronic Arts обозревают. Да, тут рецензии еще нет. Ну, посмотрим, что на мат поставит. Он и первый, по-моему, 70 вылепил. Но тут справедливо Undertale получил 60%. Абсолютно справедливая оценка. Я бы 50% поставил. А, везде в интернете минимум 95%, шедевр, шедевр. в игре надо сжигать плакаты с Гагарином. Ну, я побочных заданий не видел. Ну, в том плане то, что то, что можно дополнительно делать, там, поджигать костры, сжигать плакаты. Но клюква там такая довольно кислая, надо признать. Начиная от надписи, типа, вперед за пробор-бор-бор, как там было написано, место победы со звездами, там, с Ленинами ну и с историей про древнерусский город Кениш. Кепиш, точнее, такое. Кстати, я думаю, что вот этот чувак, который на Stop Game делает трудности перевода, он вполне может озаботиться этой игрой. Потому что перевод там, конечно, начинаю. Ну, мне запомнилось самое, я еще слух резанул, когда Типа Лара держала у себя святой источник в руках и посмотрела на Якоба, который Джейкоб, ну, можно, наверное, все-таки перевести как Яков. И он, типа, такой, ничего. <с deltile> и она разбила, я все думаю, что это значит, что, что значит его ничего. Оказывается, он сказал, it's okay, типа, разбивай. Ну, как бы можно было. Ну, ничего, как-то странно звучит. Я, конечно, понимаю, что это доступный, ну, перевод, который скажем так, имеет место, но почему бы не сказать типа как-то по-другому перевести, потому что это не передает окраску его слов или то, что имя Джона, ну есть актер Джона Хилла, я думаю, все знают, переведено как Иона, ну ме Денис начинает уже переживать. Я вообще не знаю, почему он решил, что она в 3 часа дня будет доступна. Я такой информации не видел. Но у меня пока недоступно, надо сказать. Может, у кого-то уже доступно. Я, я просто посижу, если ничего не произойдет. Поиграем пару часиков в черного плаща на денде. Говорят, через UPlay все работает. <смешим> <смешивания> <смешивания> вот этот поворот. Ладно, сейчас буду заморачиваться с Uplay. Можете пока в чат что-нибудь пописать. Какие ожидания от Division? А? Ну, очень низкие. Я, во-первых, видел трейлеры. Э, точнее, не трейлеры. Ну, трейлеры-то я видел как раз и э, геймплейные видео. Ну, трейлеры с E3. И то, что я увидел вчера на стримах у людей. Это ужасно. Такой унылый блевотины я давненько не видел. Кроме того, я считаю, что Ubisoft это самая, наверное, богомерзкая компания на данный момент. Ее просто необходимо законодательно просто необходимо закрыть, запретить ей игры делать. Как добавить-то? Ключа нет. Так, в стиме. Ну, короче, Ubisoft это ужасно, и они просто делают красивые видео, красивые даже геймплейные футажи, которые они там пропускают через кучу фильтров и обманывают людей, выпуская каждый раз просто сраку полнейшую. Division выглядит как Destiny для бомжей. Про бомжей. Destiny для бомжей, про бомжей. То есть все эти... Противники с уровнем над головой, в котором в пять раз в голову надо попасть. Илья, Келе, грумпы. Okay. Окей. В в голову надо попасть. Спасибо за данное. Как тебе новый логотип Дэна? Как тебе интерпретация от пользователя СК2 ТВ? Ну, если Дэн собирается открывать магазин по продаже игр, то это отличный логотип. Да, нет, я еще На самом деле я знаю, что у него типа идея вроде как с сайтом каким-то завязана для. Стример, он странный, но если будет сайт, то он будет узнаваемый и нормальный. А что касается троллинга от СК2 ТВ, то, ну, я не очень понимаю, в чем юмор заключается. Можно пошутить, типа, то, что на пипиську похоже, но как-то по злому добавлять это в смайлы и ну, разводить срачно на 30 страниц. Это мелочно, это мелочно. У меня доступно, но дропается после вступительного ролика. Будем ждать так да. О, Гострикон, кстати, бесплатен. Насколько я понимаю. Хотя Фантомс какая-то. Я в обычный Гострикон играл только. Это я про Uplay. Тут Free Games есть. Перезапущу Steam. Может, поможет ждешь Quantum Break? относительно жду, но у меня Хуана нет, придется у Панды FX, наверное, занимать Хуан. Это еще надо дождаться, пока Панди FX... Panda FX пройдет. Да и вряд ли он мне его даст, потому что постоянно видео надо снимать. Так что я не знаю, но Хуан покупает ради Quantum Break. Это... че то мне... Не очень перспектива такая нравится. то красных мечей прям много. Я вчера поссорился с одним модератором. Но я не знаю, каждый раз приходит какой-нибудь новый чувак, которого я никогда не ви не видел, говорит, чтобы я не матерился, хотя я там одно слово может матерное говорю в два часа, отчитывая меня перед зрителями как школьника. Не понимаю такого. Всегда же можно пойти навстречу. Все же мы люди. Привет, а вы... Привет Игорь. Привет, Илья. Привет. Ты такой громкий у меня нереально. Привет, привет. Сейчас... Прости. Да нет, все Мне не удалось запустить игру. Мне тоже не удалось запустить Но... игру. А, да, согласен люди, с вами. Люди, у меня... пишут, угу. люди пишут, что на Uplay все работает уже. А как ты в Uplay эту игру добавишь? Ну, вот те люди, которые не платили деньги за uh, The Division uh, в Steam, они получили ключи. Ага. Play, uh, халявные. И они вот таким образом добавили. То есть те, кто не платил, играют то плодил не играет. Понятно. Ну здорово. Отличное начало нашей трансляции совместной. <свес> Может, проверить э, почту? В Мы надежде, решили что решили. тебе ключ прислали. А? Да. Но мне кто-то пишет в чате, что у него появилась эта игра, но она дропается после вступительного ролика, например. Ну, подождем, да. подождем, подождем, ничего страшного. Появились скриншоты меню э, от людей в чате, которые сидят. Э, вот так выглядит настройка. Да, что, ск скриншоты я... Ты уже трансляцию смотрю на телефоне. Чью-то. А Чью уже. Mm. <laughs> В Reddit пишут, что легли сервера Steam и никто по всему миру не может запустить эту игру. Так вот, ясно. А вы вообще ждете эту игру? Ждали? Я, ну вообще, если говорить о том, когда я узнал об этой игре, когда на выставке E3 ее презентовали вместе с Watch Dogs там параллельно. Mm -hmm. Твой... тогда вообще были одни восторги, но потом был момент, когда все-таки рассказали, ну показали вот эти скриншоты <laughs> с графикой того, той презентации и потом, что получилось, поохладил мой пыл по отношению к Графика это же не главное, ты ну, сам естественно, понимаешь, естественно. Um, ну я пообещал своим зрителям я там на Good Game подрубил то, что я сидел на трансляции, чтобы не портить положительного настроя. Но я знаю, Денис, ты рад всем играм. <laughs> я не буду ныть, но <laughs> я считаю, что это помойка Тут просто. Я соглашусь. Я считаю, что помойка, а не игра, поэтому... Ну, это очевидно по вчерашним стримам всех практически топовых зрителей. Ну, во всяком случае, в бета-версии, но судя по тому, как выглядят конечные продукты Ubisoft относительно бета-версии этих игр, то каких-то особо положительных изменений ждать не стоит. Появятся просто новые локации, какой-то Какая-то история будет, видимо, сформирована. Тут же как такового сингла нет, я так понимаю, надо компанией проходить. Ну да, здесь, а, в принципе, локацию. механика игры очень похожа на игру Destiny. Я, кстати, помню, что, ну, относительно недавно ты вообще планировал перейти на эту дисциплину. Ну, это, это шутка была, знаешь, такая, типа, да. сарказм. Destiny, на самом деле, это... Э наверное, одни из самых бездарно потраченных мной денег. Я купил набор за 5000, и я был бы рад, что мне их вернули, потому что я эту игру запускал все по раз. Ну, да, действительно, похоже на Destiny. Те же самые враги с уровнями над головой, которым надо 5 раз попасть в голову и... Только здесь это еще более нелепо выглядит, потому что в Destiny это бронированные, так скажем, инопланетяне всякие с панцирями различными, а здесь это чуваки в ветровках <laughs> и mm -hmm. просто ну такая не лепится, если честно. А Я полу... даже не знаю. <кười> <кười> а как же атмосфера постапокалиптики, э, Думаешь, не спасет? Мы же с тобой поклонники Fallout. Mm, ты знаешь, надо быть поклонниками скорее не Fallout а в данном случае, а поклонниками игр типа DayZ, Хизи и прочей Зи, потому что она скорее про это, но если раньше такой сеттинг удивлял и приятно радовал каждый раз, но сейчас-то он уже несколько утомителен, потому что таких игр было много, то есть она опоздала слегка. Ну, можно еще и сингловые какие-то вещи вспомнить прикольные, типа того же Dying Light. Там вот была прикольная атмосфера, кстати. Кстати, Dying Light через месяц выходит DLC, это любопытно. Я бы на их месте делал вторую часть уже, потому что первая действительно была прикольная. Я посмотрел на вторую, особенно на фоне другого их проекта, который они как раз собираются продолжение выпустить. Это Dead Island. Тот Dead Island мне никогда mm -hmm. не нравился, он вообще беспонтовый, но. С другой стороны, посмотрим, чем. чем, Ну вот, стоп, 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 стоп. Что-то так, изменилось. Так, так. Чего там, чего там? Нет, все, извини. Нет, ничего. То, ну, просто... Да, да, но не, не, действительно, в Steam мигнула с предзагрузки, она еще как будто несколько килобайт докачала, но это обманочка такая была маленькая. Я сейчас в данный момент мониторю э, форм Steam, как раз раздел о том of the Division, mm. но мы, мы не одни. Мы не одни. Многие жалуются, кто-то уже просит рефунд, кто-то. Нравится, да, знаешь, <свят> и я, я заставлю вас вернуть мне деньги, если игра не будет доступна через час. <свят> Просто <свят> жесть. Причем написано, что игра выходит 8 марта вообще. Игра выходит 8 марта, да. Бета-тест продлится до воскресенья, до 31 числа. Счастливые обладатели коробки Xbox One могли уже принять участие в бета-тесте вчера. Ну вот, как Илья, собственно, и говорил, он уже наблюдал за иностранными коллегами. Не вдохновился. Да. Ну, кстати, по поводу Xbox, а, там я... Ну, саммит, которого больше всего был, 30 uh -huh. тысяч на стриме, он да. прям плакал от прицеливания со стиков. Горел, скорее бы на ПК. Это тоже было забавно. Знаешь, какой-то прикол? У меня никогда не было Xbox, но... Э, стримеры порой начинают дико кричать э, Xbox Off и, типа, якобы у зрителей он выключается, если у кого-то включен Xbox. У него есть голосовое управление, насколько я понимаю, да? Да, голосовое управление есть у Xbox Какая-то дичь вообще. Взял так половину людям, которые, не дай бог, сейчас Xbox смотрят, Xbox Off, все. забавно. Да, друзья, у нас сегодня... Совместная трансляция с Ильей Мэдисоном и с Игорем ГХК. Канал на Твиче у него почему-то Игорь КГХ, поэтому это не ошибка, я еще раз повторяю. Я да, всегда я думал он вообще. ГНК, как Контроль. Ну, кто как думает. На самом деле это из-за того, что нельзя зарегистрировать ни на одном сайте никнейм из двух букв, поэтому приходится дописывать еще перед именем. Перед, перед, ником имя, а после ника первую букву фамилии. Фамилия Куракин. Давай, наверное, извини, что я перебил Игоря. Игорь, прости. Я просто хотел поговорить еще раз, что все равно ничего не происходит. Насчет игр с похожим геймплеем. Тебе нравится Borderlands, Денис? Borderlands мне понравился своими шутками и многочисленными отсылками к фильмам Mad Max, к Fallout. А геймплей Геймплей на первой части я осилил э, в компании веселой компании друзей, поэтому эмоции ощущения исключительно положительные. Что касается последующих частей, я в них толком не играл. Ну, уже наскучила игра. Ясно. А вот относительно выживачей, которые сейчас существуют. Вот есть DayZ, есть H1, Z1, еще некоторые игры, наверное, можно вспомнить. Например, Infestation. И, как, какой тебе вообще кажется идеальная игра вот в этом сеттинге? То есть... Мне все-таки ближе по духу DayZ. Классический или стендалоновый? Классический, да. Который еще на Army 2 был, да? Да которая вышла вот в виде модификации ко второй армии. То есть тебя Division, вот именно геймплей тоже изначально не привлекает. То есть тебе интересно именно посмотреть на то, как все реализовано, но сама идея вот с геймплеем оля а Borderlands тебе не кажется здравой. Тебе больше нравится именно такой классический хардкорный вариант. Да, всех. именно хардкорный вариант ввиду того, что ты стреляешь одно попадание и, собственно, игрок соперник может погибнуть. Вчера я наблюдал трансляции, пристально следил за боем и понял, что враги достаточно толстые, и порой, чтобы убить кого-либо, нужно всадить по несколько рожков. Плюс наличие боссов, у которых там по две, по три полоски жизни. Не знаю, мне такое не очень нравится. Но там же еще такая, знаешь, довольно грустная в данный момент оптимизация сетевого кода ⁇ это то, чем славится игры от Ubisoft, особенно в раннем доступе. То есть э, люди отражаются отображаются на экране не там, где они находятся на самом деле, там начинают летать по экрану и ползать, ездить. Ну, то есть классика. Да, сразу вспоминается альфа-тест, наш любимый. Том Клантис. Вашей, вашей любимой. Вашей. Да, ты сказал, что тебе также игра приглянулась. Ну, Неужели может, Я пьян был, когда я говорил. Насколько я еще мог связывать предложение? Нет, на самом деле это одна из самых ненавистных но игр, потому что эта игра, ну, она совершенно плоха, и при этом ее любят некоторые люди, мнение которых мне дорого. Например, Константин Тростенюк или ты, то есть я совершенно не понимаю, как это можно играть. На мой взгляд, это совершенно казуальный, убогий шутерок с отвратительным сетевым кодом. И то, что мои друзья в нее играют, мне постоянно как соль на рану, потому что, ну, лично я сижу один, как, знаешь, отвергнутый. И, э, ну, наверное, я бы мог пойти играть с вами, со всеми, но мне просто самому не хочется, потому что она, на мой взгляд, ужасна. Вот, а ну хоть по остальным продуктам компания Ubisoft со мной народ в основном согласен, потому что там уже действительно. Кстати, можно и об этом поговорить. Как тебе вот последняя, так скажем, линейка игр, то есть начиная да, с Watch Dogs. Да, там... Давай об этом поговорим, да? Только позволь, <позволь> обратиться к зрителю, Уважаемые зрители, а может быть у вас есть три ключа э, для доступа к бета? То этой прекрасной новинки под названием Tom Clancy's The Division. Может, Сейчас, вы, спасибо, может, вы отправите. Посредством, я не знаю, контакта или Твича. Будем вам благодарны, спасибо. Можете, Илье, можете мне, можете Игорю. вот, А что касается последних игр от Ubisoft, Far Cry 3 мне понравился. Ну, это совсем какая-то старая относительно старая. А из новинок что? Ассасины? Нет. Ты знаешь, что случилось с моим ассасином? Он упал с Биг Бена и, и больше не вставал. Да, мне понравился последний ассасин. Относительно, ну Юнити, например, тот был совсем бездарен. Сейчас я тоже проверю почту на предмет ключа. Так, мне написал Олег. Написал: у меня есть и все. У меня есть четко знает, что I neck. have a key, but you don't. <laughs> uh -huh. mm. Mm. Слушай, я, у меня почему-то куча писем от пиара Ubisoft Москва, России. Я не знаю почему. Так. Я тебе могу их пресс-релиз прочитать. Вот мне пришло из пиар-отдела. Компания Ubisoft обнародовала планы с содержанием сезонного абонемента для Tom Clancy's The Division, а также прочих дополнительных материалов, которые увидит свет после премьеры игры. Нет, я не буду это читать, это так, скучновато. друзья, Тут будет мне прислали отбума. один ключ, и один еще на подходе. Отлично. Но тот, который первый прислали, он не подходит, к сожалению. И тебе сейчас много ключей пришлют от своего Windows, наверное, там. Вот так вот смотри, вроде бы хочешь поставить себе Division, поставишь винамп вот это, это очень опасно так. Сейчас попробуем ключ, который прислал Олег. Тоже не работает. Как, как интересно. Куда его там впихать на, на, на Uplay Ага, на UPlay есть такой э, логотип э, геймпада с плюсиком сверху. Activate product. Ни один из ключей не подходит, друзья. Ну, спасибо, конечно. Спасибо. Я ценю. За что? Они же не подходят. За бани. Я не понимаю. Дали тебе какую-то сранину, небось, набор символов накидали. Олег, а нет, ребята, это оказывается не там, мы вводим сейчас, я вам скину ссылку в скайпе. я пока нигде не вашу. Прости, Олег. Тогда не баним. Вот, ссылка. Открываем и вставляем. Мне писать пишут, что есть разводные ключи, есть. Надо по почте вышли. Ага, вот здесь нужно активировать. Ясно. Нужно войти еще в через сайт. Как интересно. Видите, до, до безумия просто интересно, я бы сказал. Выберите платформу. А сейчас, друзья, все дружно вспоминаем пароль от Uplay. Не знаю, у меня все хранится в гугле в Gmail и в Chrome. Ну, в общем, ребят, если из моих зрителей кто-нибудь хочет рискнуть... И быть либо забаненным, либо нет, то можете кинуть и мне ключ через Good Game, чтобы я ввел его. Я-то вспомнил свой пароль от GoodGame э, от Может, нет. кому не особо он нужен. Наверняка кто-нибудь зарегистрировался на бета-тест, вам прислали ключ, а компьютер не тянет. Бывает же и такое. Я вчера всех зрителей забанил, мне никто ничего не скинет. А за что ты вчера всех забанил? Да, не знаю, я 10 часов Том Брайдер проходил, под конец забанил человек 50, просто так. Ну, настроение какое-то было такое. Игривое, что ли. Игривое. Боюсь представить, что происходит, когда ты злой. Да. действительно. Ну, так как Илья был первым приглашенным, я скидываю ключ в скайпе. И Александр Сенсорика тоже скидывает мне ключ. Игорь, попробуй. А, давай, давай. Со сенсорики, Прекрасно. А, Большое спасибо Олегу. Сенсорик, привет тебе большой. Байкову. И а, Инвизе. Спасибо, mm. ребята. Без вас. А куда ты кинул ключ? А, слушай, а... Денис, а. С... запиши человека, который вот мне именно Код которого достался мне, я ему какой-нибудь подарок подарю потом. Ну, просто Хорошо. скинешь мне его профиль к ему какую-нибудь игру подарю из Стима. Инвизия, его... ты слышал? Выпуск. Давай, скидывай профиль. Всем привет, добро пожаловать, добрый день! У нас сегодня старт бета. Тест игры Clancy's uh, The Division. К сожалению, мы столкнулись с техническими трудностями. Платформа Steam отказывается выдавать нам доступ, поэтому мы были вынуждены попросить наших зрителей скинуть ключи на участие в бета-тесте только посредством другой уже платформы под названием Uplay от Юбиков. И вот сейчас, вот, видимо, нам нужно а будет еще закачивать. Денис, Денис, а знаешь, чем? Извини, Игорь, я тебя опять перебиваю. Да. Но так получается, что мы одновременно с тобой постоянно хотим говорить. Слушай, я ввел все, и мне написала такую э, штучку, что ключ. Э, после того, как я ввел ключ на сайте, будет прислан мне еще и на e-mail. А он тебе уже пришел, или нет? Мне просто ничего на почту после этого не упало. Мне тоже. Ну, видимо, надо ждать, пока пришлю. Надо ждать, да. Там ручная, наверное. Ацен... Да, а ты куда ключи-то прислал от Санторики? Которые... А... Все в конфу прислал. А у меня вообще нет сообщений никаких, кроме моих. Ну как это так? Я бы не полфы, и ничего не пригодилось. Если можешь, в этот личный пошли. Не знаю, почему. Не, я... Ну, мы же не вправе недовольство урожать, потому что это все-таки бета-тест, и соответственно взятки гладкие, как говорится в народе, да? Ну, то есть мы не можем сказать, ну как это они вот так вот допустили в такой день, что через Steam не работает. Я, кстати, вообще заметил, что Steam и Uplay зачастую не дружат между собой. Не дружат. Да? Потому что у меня, например, все сейвы в э, Watch Dogs как раз, э, скажем так, не знаю, не знаю, как, какое слово цензурное это. Сейвы в Watch Dogs, то есть ты играл и более того достаточно долго. так я ее не допрошел игры. только из-за этого, потому что не оставалось буквально несколько миссий до пройти, чтобы игра наконец закончилась. Хотя я страдал, и мне она не нравилась. Но я не смог ее допройти, потому что мне пришлось там форматировать диск, и я был уверен, что все сейвы сохранятся в облаке. Но оказалось, что Uplay, чтобы видел облако стима, их надо синхронизовать, нажав отдельную кнопку. Я не знал об этом, и поэтому мои сейвы просто потерялись. Не знаю уж в чьем облаке и где, но перепроходить Watch Dogs, это уже было бы, наверное, совсем тяжелым занятием, если ты понимаешь, о чем я. Да, да согласен. Я у тебя уже говорил ранее, что и далее. дальше тренировки не прошел. Настолько мне не понравилась игра. Но не так плоха. Угу. Ну, относительно чего тут надо смотреть, да, потому да. что относительно обещаний, которые были, она плоха. Относительно GTA 5, она плоха. Относительно других каких-то песочниц. Ну, может быть и... Я не знаю, если бы там был чуть более выразительный главный герой, а не этот парень в плаще, как у Айден Пирс. Но он совсем какой-то не харизматичный, из за него просто неинтересно играть. Может, у меня с этим проблема была. Ну что, Игорь, удалось тебе активировать ключ? Активировал, да, обещаю письмо, но как бы... перед ключ. началом бы тестирования тестирование должны прислать. Я слышал, что вот-вот оно начнется. Мне кажется, в, в смехе есть какое-то отчаяние уже, знаете, такая. Рички обновляется, кстати говоря, в Steam. Типа обновления, и статус-перезагрузка получают. Но все еще ничего. Ничего. Одно большое отвергающееся прекрасное. Ну, этого стало ожидать, на самом деле. Я не знаю. Ребята уже предлагают свои аккаунты, может быть, в качестве Ну ты в курсе, запасного? как... Э, ну пусть они дают Uplay-аккаунты тогда, потому что их там не надо да, активировать. Да, 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 Uplay. Это... Да, мне тоже предложили тоже Uplay-аккаунт. Давай, Ле. Давай, я согласен. Настя, ну, ты соберешь, как знаешь? Турерор, я с удовольствием приму твое предложение, если ты мне дашь по личку свой аккаунт. Как дети, как дети американские на Хэллоуин, которые собирают в корзину конфеты, ты будешь собирать плей аккаунты людей, у которых есть The Division. <laughs> Я, в принципе, согласен. Ну, потому что мне самому не очень хочется сейчас спросить у кого-то их аккаунт и все такое. Слушайте, а давайте уведем аккаунты, если там красиво. Ну, большое количество игр. Всегда мечтал, как Всегда мечтал кого-нибудь обмануть, да? Слушай, у меня всего лишь Rainbow Six Siege, поэтому не получится. Но бетка уже у меня, я ее точнее скачиваю. Из доступных языков. Немецкий, английский, испанский, французский, итальянский. То есть ее надо еще и заново качать, несмотря на... Да, 18 что -то. гигов. Звучит прикольно. Это мне понравилось еще, когда была Rainbow Six Siege бета, uh, и uh, вышел Rainbow Six Siege. Пришлось заново перекачивать игру, при том, что папка бета осталась, и я сравнил, они практически идентичны. И по весу, и по размеру, и файлы там те же самые. Дать ли you play? Ну, King James, если у тебя есть uh, там бета внутри Uplay, которое можно установить, то скинь мне через личные сообщения в Good Game. Я надеюсь, Рута ничат их не отображает. Сначала напиши что-нибудь, я посмотрю, рутани Рута не отображает их, мало ли, и потом кидай свой Uplay, можешь не переживать, я не буду его использовать. Так, я игру э, скачиваю. 28 гигабайт. Спасибо большое за поддержку Go, go Power Ranger. Элдингер, привет. Э, со вторым месяцем тебя отправил, направил тебе сообщение электронно на почту. Надеюсь, что ты ознакомишься, и мы наконец-то с тобой свяжемся. Хакатаки Калаши э, подписывается на канал. Спасибо. Привет, добро пожаловать. Джаз Фанк поддерживает нас и Фортуна 13 а вот все Всем привет. Инцом мне задает вопрос Илье, говорит, когда ты, говорит, пойдешь уже на зубу? Mm, да я уже не пойду, наверное, теперь уже не имеет этого э, это смысла большого какого-то, уже и Twitch разбанили. Мне больше нравится идея, которую мне в приват подсказали. Пока он качает свои 28 гигов, ты можешь просто сидеть и ждать, пока в стиме заработает. Это, знаешь, такой вариант железных яиц. И пока вы скачаете, бах, и в стиме доступно. Может и так случится. Mm -hmm. King Джеймс, там логин в виде мыла, по-моему, в Uplay, а у тебя просто логин. То есть... Mm -hmm. Блин, женщина смеется в той комнате, но это не над нами, наверное. Скорее всего, опять Иван смотрит. King James, email, да, uh, Excelsior, we have a problem. Uh, the game is still not active on Steam. So we asked the guys to um, share their accounts with us. Uh, you play accounts. So we are re downloading the game and we have to wait a bit. Statsa sir. Аналогичная ситуация была вчера с Том Райдером. у меня. Спасибо, Кинг Джеймс, я тебе тоже подарок. Я и тому подарок подарю все-таки, он закинул ключ, как ни крути, а и тебе тоже что-нибудь придумаю. Мне понравилось, как ты это сейчас сказал, это мне напоминает Сапсан, где, знаешь, типа, поезд отправляется потом по-английски тоже. Uh, The giant has arrived on Nevsky railway station. <laughs> То есть это прикольно, это прикольно. Я буду чаще, окей. Okay. Хорошо, Что не надо, надо, не обязательно. Не обязательно. Окей, да. Мэдисон болельщик Динамо Москва. Передай ему, пожалуйста, привет от такого же болельщика Динамо. <laughs> а ты пытался указать тот же самый путь, который Steam игру скачал? <laughs> Нет, не пытался. <laughs> боюсь, что тогда был. <laughs> ну ладно, я тоже не буду. Сейчас бы большой факап черт с ним, так уж и быть. Буду качать 26 мегов... Гигов, господи. Какая у тебя скорость, Денис? 9. А у тебя? 7 и 5. А у тебя, Игорь? А, у меня даже не, стоя не стояла геймплей e эта штука. Я вот сейчас все скачал. Сейчас посмотрим, какая скорость. Нет, друзья. На Steam игра до сих пор недоступна. Точнее, ее бета-версия. Ты не ответил на мой вопрос. Какие на тебе сейчас трусы? Ты у меня спрашивал? Об я этом? без них. А, тебя спрашивают. Это зрители. меня спрашивают Power Ranger. Я, я просто, не знаю, с чем я. Я просто трогаться. привык к таким вопросам от тебя, поэтому подумал, что это мне. А у тебя есть красные трусы? Были, но. Но они не полностью красные были, они как бы были в больших сердцах. То есть нельзя сказать, что это были сердечки, но там было меньше белого, чем mm -hmm. красного. Поэтому можно было бы, наверное, назвать их красными, да. Но я их порвал. Ну, как порвал, они просто со ну, временем. Фанаты, наверное. Нет, они. Да, нет, ну, брось, какие фанаты. Они же не кусаются за трусы. Ну, то есть, они износились просто в промежности и зарвались. Твои любимые, видимо. Так, ну, я, я знаю, что тебе подарить на грядущие не, праздники. Не, не надо, не надо. Нет? Не стоит? Я не люблю, когда дарят трусы, это как-то, знаешь. Это да. Особенно, когда... когда мальчики дарят трусы. Нет, мальчики... Нет, в смысле, мальчики мальчиком, ты имеешь в виду. Да. Ну да, ну так вообще мало кто делает, надо признать. Ты, видимо, плохо знаком с Денисом. Я тебе что, трусы когда-то дарил, Игорь? Ну вот что ты взял все и разломал всю легенду, а? Я а бы на... не, погоди, на самом деле ведь прикольно было получить трусы с его логотипом, например. Господи, я знаю один сайт, где точно могут сделать такие с логотипом очень близким, похожим по настоящему, как он выглядит. Ну, в общем, по хотя бы по содержанию будет то, что действительно нарисовано будет. Ну, слушай, Денис, вот у меня скачался первый гигабайт, надо признать. То есть еще 26 раз по столько же. А, то есть 26 историй про трусы, и мы будем на финишной прямой. У меня 3,5 гига и еще 39 минут показывает. У меня не пишет время, у меня скорость просто 10,7. Вот это здорово, ребят. Ну, давайте какими-нибудь новостями поделимся. Кто вообще чем живет? Я слышал, вы стримеры, да? Full-time, причем, да, Игорь. Я вообще, я самый фулл тайм стример, который возможен. Доброе пожалуй, привет. Я в такую тему подниму. Я знаю, что Дэн недавно ходил на омерзительную восьмерку. Ты ходил на омерзительную восьмерку? Нет. Ты вообще в кино ходишь? Нет. А что последнего смотрел, что прям вот понравилось тебе? С Слушай, ты как мой сап, которого я забанил. Ну, то есть, ну, типа, хватит. Больше не продолжай эту тему поговорить с Денисом. Я действительно не люблю кино, не смотрю. Ага, уже так. Денис. Да, давай обсудим, да. Как тебе восьмерка. Мне понравилось. Хотя, знаешь, некоторые моменты показались мне затянутыми. То есть ты вот ждешь, ну когда же уже? Ну сколько можно уже забивать доски, закрывать эту дверь? Ну давай уже быстрее, заканчивай. И вот таких моментов было масса. Ну это Тарантино. Он... Это Тарантино, да, он любит эти моменты. Ну, вот, я сравниваю этот фильм с фильмом Кэмпбелла 82 -го года. Нечто, The Thing. Если помнишь, там норвежцы нашли mm -hmm. во льдах очень близкий по, по, по смыслу <толес> и по содержанию, хочу сказать. Нет, ну правда, без шуток. Тоже все в одной локации. Тоже они пытались идентифицировать, кто же... Кто Предатель. Basically. И именно так ты называешь вот это вот огромное чудо, да? Слушай, а ведь в, в, и в том и другом фильме есть Курт Рассел, или мне я не? Да. Я, да. Я... да. Может поэтому тебе показалось, что они похожи? И потому что Курт Рассел был с бородой? Нет. Я после просмотра специально даже загуглил, ввел два названия, два фильма, два тайтла, и даже нашел интервью режиссера по поводу вот совпадения с пересечения с фильмом. Кстати, -го есть, есть не самая тухлая версия The Sync, которая, ну, как бы ремейк, наверное, да, или скорее даже сиквел. Там женщина, главная героиня, я а вот нет, не помню, приквел, как это. Приквел. Да, 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 точно, приквел. Довольно неплохой, кстати, ну, по меркам приквелов, которые выходят. Ну, он самом... почти что идентичен, но, к сожалению, Курта Рассела там нет, и вот эта атмосфера, я не знаю еще одно, кстати, совпадение, то, что музыку и там, и там писал Энио Мариконы. Ну, это забавно, на самом деле, саундтрак за Финка это, я считаю, одна из самых больших халтур, которую позволял себе маэстро. Не, там скорее просто тум-тум-тум, без туру-туру-тум, то Да, или совсем не интересуется кино, прям так сверкает именами. Я просто не хочу отвечать про восьмерку и про выжившую, но это как бы тренд такой последних стримов. А, но ну, я нет, их нет, действительно, нет. я их действительно не смотрел, а спрашивают каждый стрим, поэтому я уже и смотреть не хочу, то есть я когда понял. тебя о чем-то спрашивают. На самом еще... деле, Илья, я хочу тебя просто пожурить, короче, история такая. В четверг 19 декабря 23 декабря должны были выйти звездные войны <связычные> и я такой вот думаю 24 декабря или какого там они должны были выходить неважно я короче у меня девушка говорит без меня не иди я сама уехала я такой хорошо я вообще вообще не смотрел никакие новости ничего и вот должен был мне попасть в момент, когда я просто сижу, такой, у меня открыто на вас на и твой пост этот, который просто все рассказывает. Можно сказать, я такой глаза закрываю. Нет, 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 все, все, все. Но, Игорь, понимаешь, в чем дело? Ты бы рано или поздно увидел, скорее всего, на Твиче, где нибудь тебя спамили постоянно. Я вообще, то есть я решил себя прям оградить от всего. То есть я даже не стримил, ничего, не смотрел, никакие стримы, просто только аккуратно, чтобы вообще ничего не запларить. И вот так вот в последний момент. Я настолько не люблю Звездные войны, что считаю, что по делом фанатам, которые любят, ну может быть и так. Да ладно, ну неужели это действительно настолько важный спойлер? Да нет, нет, я даже удовольствие получал от фильма, то есть мне не испортило ничего. Это же здорово, когда фильм оправдывает ожидания. Да. А что ты еще можешь порекомендовать к просмотру, Игорь? Вот выжившего стоит смотреть? Или, ну дятина? Стоит смотреть выжившего. Ну, как бы он очень тяжелый. Я прошел вообще в кино на выжившего. Э, специально выбрал сеанс такой, чтобы детей не было. И получилось так, что пришла какая-то мамаша со своей дочкой, которой лет на 5 или 6 было. Слава богу, она ее увела после первого 10 фильма, потому что это было просто... И у меня такая ситуация была, помните, ну, давно уже вышло, его часто по телеку показывают, последняя Рэмбо, где постоянно кровь, кишки. А, да, да, вот да, там да. тоже дети какие-то сидели, вот родители вообще, по-моему, везде таскают с собой детей. В барах постоянно какие-то дети, я помню, в 2 часа ночи Изнимаю упал этого. в какую-то клаку, типа Джона Дона, и там с детьми мамаша сидит, вообще какой-то бред. Не понимаю таких людей. А ты, Причем... не... Да, если... и, ладно бы, они иногда сидят, да, там, а она просто бегают, и родитель сидит такой, как бы, уже там напивается, а ребенок какой-то фигней занимается и мешает другим вот посетителям. Не... Да. Так, ну а продолжай, а если ты хотел. Фильм «Убийца» не смотрел с Бенисио Дель Торо. Я вот его хочу посмотреть почему-то. Хотя это не топовая новинка. Нет, нет. Про наркокартели. Наверное, сегодня заценю вечерком. Илья как относится к боям без правил? Да без особого интереса, не знаю. Я не, не, ну, не люблю жестокость какую-то бессмысленную. Особенно женские бои без правил. Сейчас мода пошла обсуждать, там как одна баба другую поколотила. Я так посмотрел, блин, это же совсем какое-то дикарство. Люди скатываются до низменных инстинктов. Я вообще считаю, что ну, пропагандира, вот эта пропаганда насилия и того, что кулаком можно решить проблему, она, ну, типа, как бы глупа, вот эти все накачанные мужики, борцухи. При том, когда они свою, ну, говорят, что вот полезно, да, заниматься там единоборствами и так далее, когда те же самые профессиональные борцы применяют свои навыки в реальной жизни, обычно это все грустно заканчивается для них, то есть зоной какой-нибудь, но... Не знаю, в общем, я не любитель смотреть на людей, которые лупят друг друга. Есть, наверное, в этом что-то такое первобытное, да, как гладиаторские бои, чем жестче, тем, наверное, лучше, но э, для меня все это напоминает гей-водевиль какой-то, когда голые мужчины ласкают друг друга, а ничего другого я в этом не вижу, никакого спортивного подтекста, то есть они лежат друг на друге, тискаются, бьют, но... Не знаю, не знаю. Лучше уж просто порнуху посмотреть. Кстати, ну для выпуска эмоций, типа, я не понимаю, как может помочь вот. И я вообще не слишком понимаю людей, которые болеют за отдельно взятых спортсменов, то есть за индивидуальные виды спорта, где там, ну, допустим, я болею за теннисиста там, или я болею за такого-то бойца, там, боксера. Дело в том, что... Ну, можно, конечно, говорить, что они представляют страну, но это же обычно просто человек дерется за деньги, за свои, за свое благосостояние, поэтому я не слишком понимаю, как можно там симпатизировать, поддерживать. Одно дело, футбольная команда, да, пусть это 11 миллионеров, которые гоняют мяч, это распространенное мнение, но, с другой стороны, это клуб с историей там и так далее, то есть... Люди, которые гоняют мяч за миллионы, они уйдут, а клуб останется. А собственно, индивидуальный вид спорта, он, ну, вот, уйдет спортсмены и все. Как бы на этом история его закончится. Поэтому я не очень понимаю людей, которые вот именно переживают. За Кстати, опорно. Взяться. Посмотрел mm. недавно пятую волну. Ни в коем случае не ходите, кто бы, кто бы, кто бы вам не посоветовал дерьмо, не, не суйтесь даже близко в кинотеатр на километр вообще. Это где это, пухленькая девочка? Играет? Да, Хлоя играет, mm -hmm. спорит, там играет. <laughs> я причем, ну, мне понравился трейлер, когда он там вышел где-то в середине прошлого года, но я думаю, ну, делать нечего, книгу прочитаю. В общем, прочитал книгу, и, и <laughs> книга была ужасная, и фильм еще хуже. А ну, я еще по трейлеру понял, что это полный отстой. Ну да. Nah. Хотя я был на более даже отстойном фильме, я не знаю, похожи они чем-то или нет, но я как-то раз сходил на фильм э, в кино «День, когда земля остановилась» с Киану Ривсом. Боже, как я сладко спал на этом фильме. В нем вообще ничего не происходит. Ходит Киану Ривз просто и смотрит на людей. Причем самое забавное, что как бы что бы в фильме ни случилось, ничего бы не поменялось. Вот это такая иллюзия. Но по прокату, кстати, тот фильм, по-моему, собрал норм, но он был реально очковым вообще ужасно. Да, да. Но тогда еще была вот эта эра Киан Ривз, была, когда после Матрицы вот он только такой уже и все еще молод и, и хорош. Ну, согласен, согласен. Он, ну, сейчас, он, сейчас, сейчас он вроде Возвращается, как, возвращается в кино. Хотя я посмотрел на этого Джона Вика и как его не хвалили, говорили, что это чуть ли не новые пристрели, хотя мне и пристрели их не слишком нравится, но Джон Вик уж совсем какой-то тупой и... А он, знаешь, такой, он типа олдскульно очень снят, то есть там очень много драк и то есть, минимум диалогов. Такой, такая простая философия, типа, они убили мою собаку, я убью их всех. Mm -hmm. Кстати, вторая часть выходит, ну, скоро очень. Мне показалось скучноватым, скучноватым. Но, anyway, на вкус и цвет товарищи нет. Я Надо как что... отдать должное Кен Ривзу, он же вернулся, он ведь не снимался очень долго, там у него просто, на самом деле ему жутко не везет mm -hmm. по жизни, у него а, там близкие-то умирают постоянно вокруг него, mm -hmm. то есть ему прям тяжело восстанавливаться после вс всего этого дерьма, которое с ним в реале происходит. Про это есть хороший фильм.